Итак, что у нас тут есть? Так, ну с Сахаровым мы поговорим. Я Ярик Батон одиночка. Ну чё я Ярик Батон? Что, чем я могу тебе помочь? Так, ну вот тебе, мы понимаешь, лагерь охраняем, враг-то недалеко, а ты тут с вопросами. Верну тебе этот мед, счастливый детектор. Вот это интересно. Наемник, помоги мне. Понимаешь, что такое дело? Я недавно себе новый детектор купил, помощнее моего старого, и на радостях свой старый детектор зашвырнул в аномалию подальше. Но этот новый детектор невезучий какой-то, уже третью неделю ни одного артефакта найти не могу, хоть ты тресни. Я так думаю, новый детектор это хорошо, но верни мой старый, а с меня награда как полагается. Да не вопрос, слушай, мужик, где твой детектор? Ну да он вообще тут лежит. 2 метров. Отпусти пистолет. Дрободанчик это хороший против зверя местного. Кабанчиков на раз я скидывал. Так, я думаю, нужно. Так, детектор. Ну давайте вернем счастливый этот детектор. Зверя-то нет никакого. В аномалии я его куда-то закинул. По карте нет. Ага, во. Все, валим отсюда. Валим. Пока мы тут можно и бухлом. Вот так вот. Нормально, детектор. Вернул. Точнее, нашел. Счастливый детектор. Какой детектор отклик. Хочу поменять. Странно. Мне нужно какая-нибудь аномалия. Вообще детектор. Хочу по 1000 с чем отдавать. Так, сохранимся. Так, нет. Лейтенант. Так. Хотя, она не буду, наверное, тестировать его. Так, где ты? А, вот. Ну, что расскажешь? Что я скажешь? Вот, я вернул то, что ты просил. Вот, спасибо. Так. Очень награда. Вот, я вернул. Спасибо. Так, выход. Пойдемте получим награду. Заслуженную нашу награду. Ну-ка, торгаш. Есть что-то на продажу? Есть что-то для меня. Пятихатник. Заходи попозже. Может, разживусь чем к тому времени. Ну, окей. Зайдемчик тебе. Ну, и еще один квест. Чем могу помочь? Вернуть предмет спецаптечка НП-21П. Наемник, недавно от бандитов на свалке убежал мой старый приятель. Эти сволочи, забавы ради, гоняли его между аномалиями по насыпи, где радиация зашкаливает. Сейчас он еле двигается. Обычный антирад ему не помогает. Тут нужно что-то посильнее. Я слышал, у военных есть специальные аптечки на такой случай. Если сможешь достать такую аптечку, то с нас почитается. Фу, не вопрос. Привет, брат! Карта. Да говори уже! Ты где это? О, ё-моё. Это нужно... Ну давай уже, не телься! К этим бежать, что ли? Куда можешь отвезти? Давай, центр деревни, да. Не хочу бежать. Мы дойдем пешком. Так, ну в этих военных мете есть аппарат. Правильно хоть иду. Иди правильно. Так, только надо не влетать на них. Аккуратно обойти. О, слушайте, тут наши эти сидят. Пацаны сидят. Не подвергайте опасности своей жизни. Не пытайтесь пройти
Ой-ой-ой! Сканим. Так, как же надо попасть-то? Непонятно, чика. Да, там слишком... слишком жестко. Обойти их, там всех перестрелять к чертям собачьим. Так, а я тут нельзя стоять. Радиация. Слабо изученные и представляющие большую опасность для жизни и здоровья людей предметы. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни ваших близких ради сомнительной выгоды. Слушайте, я тут могу пройти? Внимание! Любая попытка проникновения на охраняемую территорию будет пресекаться всеми доступными средствами. Отлично. Патрули имеют право стрелять без предупреждения. Так. Служба безопасности Украины призывает к докладывайте нам о всех известных вам так, случаях аномалии, да? Только с вашей помощью мы сможем победить это уродливое явление. Не давайте возможности мародерам укрываться за вашими спинами. Они несут из зоны радиоактивные, слабо изученные и представляющие большую опасность для жизни и здоровья людей предметы. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни ваших близких. Так, ну что? Лишний раз нервируют гады. Где-то вон в том доме нужная нам аптечка. Так, уходят куда-то. Ё-моё. Гранату. Ну логично. А гранату тебе, гад. Ложись, граната. Ну чё? Там он один есть, точно вижу. Эй, двоих положил. Вон мне, в доме все. Команды разойтись не было. Он еще один. К бою! Обязательно. Сколько ж вас тут? Он
Вон лежит. Там. Что-то сильно покоцали. Вон, не вон, не вон, заходят. Держать сектора. И где вы, уважаемые? Ты сдохнешь, нет? Команды разойдись не было. Оставаться на местах. Не спать, осмотреться. Дети, твари. Так, я их сагрил, теперь должен туда пойти. Не расслабляться! Оружие к бою! Да что ж ты такой простой-то? Держать сектора! Здесь не было! Блин, последние патроны. Дальше только с калашом. Нет, вон еще какие-то подходят. Откуда они все подходят? Так, пистолет мне эти не нужны. Граната нужна. Все. Так, сохранимся. Неплохо, пока идем. Перебил кучу народу. Вот это нам пригодится. Держать сектора. Да зачем я стол-то взял-то? Попал, попал, гад. Сталкер! Сталкер, сталкер. Где вы там? Команды разойдись не было. Да кому ты заливаешь, не будут они открывать огонь. Сами шмаляют первые. Оставаться на местах.
Оружие! Кто там сейчас стрелял-то? Команды, разойдись! Не... Так, ништяк вроде. Где эта аптечка? Где-то мне. А вон, слушайте, тут чувак подходит. И свалил. Держать сектора! Готов. Ага, вот на аптечка. Но это не та. Не та аптечка, что нам нужна. Ладно, сейчас. Значит, в нижней части этого здания. Где-то тут, что ли? Не пойму, где эта аптечка. Нет, всех, всех целую роту уже положил, наверное. Обязательно. Интеллектуал стоит. Внимание! Можно пулеметчик-то снять, не? Так, все, аптечку я забрал. Твою аптечку, вы. Ствол забрал, чувака убил. Вроде всех положил. Но могут кто-нибудь и выскочить. Поэтому особо тут задерживаться не будем. Так, что тут есть-то? Ничего хорошего. Сколько же тут народу положил-то, ёлки-палки. Сколько я с них поимел там. Можно было бы еще стволы, но я боюсь, не дотяну их. Давайте все возьму. Пойти на помощь блокпосту под мостом. Не-не, пока не к нам вопрос. Все. Сколько у меня вес? 54. Ну, патрон тут вообще огонь. Надо ствол забрать. Что это гребаная аптечка-то? Нет, а, о, вот тут что-то. Нет, просто аптечки. Понятно. Нужна крыша где? Нет, нет тут. Ощущение, что где-то внизу. Еще хотите сказать, я зря целый блокпост выносил. Либо оно где-то на крыше. Туда никак не попасть. Либо оно где-то внизу. Ой-ой.
Так, все-таки я перегружен. Ну, ствол скинем. И пистолеты зачем мне? Все поскинем. Да, ну с аптечкой непонятно вообще. Если она где-то внизу, то как туда попасть? Ищем пути попадания в подвал какой-нибудь. Тут подвальчик с чем такое. Блин, ты чё, братишка, чё лежишь, пригорюнился? Убили тебя плохие дядьки. Странно, входа в подвал я не вижу никакого. Тут тоже что-то нету. Любовь труп. Тэн-тэн-тэн. Бэ-тэ. Я вас всех лупал. Вот сюда. Ощущение, что он на крыше. Можно ли тут попасть на эту крышу? А, вот она. Все. Вот она, родненькая аптечка. Чем она отличается от этой, непонятно. Миска аптечка. Особая. Вот она набежала. Все. Ну, тебе можно возвращаться и отнести аптечку. Плюс я собрал кучу патронов. 628. Конечно, я потратил своих аптечек на финище. Ладно. Зато пулеметчик успокоил. Служба безопасности Украины, да, призывает к сотрудничеству всех добровольцев. Понятно, что с вами, пацаны. Так, нет, вернуть аптечку. Это нам... А, ну пойдемте через блокпост заодно. Поможем на блокпосту. Ну и заодно вернем аптечку. Погода какая-то вообще нелетная. Что за подстава? Хотя у нас тут что? Можно было бы и скинуть немножко вещей. Ну и там скину. В Сидоре чела не буду пока скидывать. Да, пошли, пацан. Кстати, а что тут? Свобода. Свобода тут не представлена. Сталкеры. На группировок. Тут непонятно. Наши пацаны. Так, сгонюсь. Аптечку-то я нашел. Ё-моё. Прям сразу влетел. Радиация. Вижу, бегает. Точнее, ходит. Патрон у меня на вас много. Даже не сомневайтесь, мерзкие животные.
что там с блокпостом-то не так? Тоже собаки. Угу. Собаки на свежее мясо прибежали. Готова шавка. Еще не на это надел на два вот эту здесь. Ну и где вы, шапки? Все хорош. Ничего из шавок перебил. Так, а что там? Ну-ка, подождите. Иди на помощь. Так я ей так и помог-то, не? Не засчитал, что ли? Долго бежал, наверное. Ладно. Возвращаемся на базу, сдадим квест с этой аптечкой. Натерпелся же я горя. Я бывал и ему. Какой нахрен артефакт? Я до аварии в этой квартире жил, а в вентиляции водку от жены прятал. Давай. Ну, что расскажешь? Внимание, анекдот. Вот, я вернул то, что ты постил. Попал как-то раз сталкер на экскурсию в ад. Все, отлично. Ему черт показывает муки, которые... Получить награду, пойдемте, получим награду. Кипящая смола, плетки, раскаленные угли. Так, отсыпай. Есть что-то на продажу? Есть что-то для меня, да. Если не нашел, чего искал, извиняй. Держи ствол, не нужен мне. Хотя... Точность у него круче. Увеличение. А, не, подождите. Относительно вот этого. Не, не круче. Поэтому на продажу идет. Так, по патронам торговать. Все. Хорош. Слушай тебя. Есть еще. Чем вам помочь? Заходите, поевал на склоне. Потом. Так, что-то все поразбежались. Привет, брат! Ну, ты можешь... Так, нет, отвезти меня куда-то хочешь? Слушай! Тут какой-то стоит, ну-ка. Здорово, дружище! Федор Валет. Чем могу вам помочь? Вернуть предмет волшебная водка. Жил у нас это... В зоне химик один. Не то, что бы в зоне химии занимался или алхимии какой, но волшебную водку готовил на ура. Словно целебный напиток. Выпьешь и сразу забываешь про все. Про зоны, про мутантов, про аномалии. Тебе же ничего не страшно, и все равно, кто ты и что с тобой я... Че? Я потерял. Кто ты и что с тобой вставляет, как никогда. За эту водку такие цены набивали. А, мама, не горюй. До того дошли, что химика решили отравить то ли из-за зависти, то ли из-за жадности. Ни себе, ни людям, как говорится. Отравили нет больше нашего химика, и водку такую никто не знает, как делать. Но мне рассказали, что у химика было несколько тайников в разных местах. Так вот, я про один его тайник узнал. Понеси мне из него это и волшебные водочки. Хоть одну бутылку.
А я награды не обижу. Окей, давай посмотрим. Вернуть волшебную водку. Ё-моё. Ночью идти к каким-то тайникам. Ну ладно. Я, наверное, возьму вот этот аппарат. Косу, это Валерия. Уже 2 дня ждем, но где вас носит? Ситуация фиговенько складывается. Каждый стол на счету. Да блин, никак не можем к вам пробраться. Аномалиями дорогу перегородила, ищем проход. Ё-моё, чё-то я куда-то забежал. Не в здоровую зону. Человечки. Угу. Сохранимся. Так, где-то тут волшебная водка. А как туда попасть? Проход есть какой? А-а-а. Мост нужно обойти. Ну ладно, пойдемте обойдем. Там, наверное, куча этих самых аномалий. Да, я думал, напрямик можно будет сбегать. Нельзя. Обманка. Чего же устал? Еще выпьем. Оп. Бежали. Так, если мне не изменяет память, то тут может быть... Аномальная зона. Сохранимся. Там где-то. В вагоне в этом интересно? Или где еще? Так, давайте вот так вот. А лучше еще вот так вот. Понял, так. Да. Походу в поезде. Ёлки-палки. Чувак отбивался, походу, от собачек. Бинты не успел перевязаться. Бедолага. Так, а нам что, сюда вовнутрь? Куда-то. Чё за... Тут что-то лежит. Это не то, что нам надо. Так, где-то внизу. Показано. Вот на этом уровне. Найди чего? Понятно, что тут. Мне кажется, в кабине, наверное.
Нельзя туда лезть. Нет. Куда он скинул эту волшебную водку-то? Так, так вот, они на тайник залпы. Хочу бутылочку. Странно. Тайник я почти нашел. А, во, вот он. Как туда заглянуть-то? О, стоп, было, было что-то. Это собака была. Нет, тайник. Так. Во, вот она. Волшебная водка. Водка как водка. Ничего не вижу в ней волшебного. Так, ну там я не пройду, да? Бежи назад. Все, устал. Давай, на тебе еще. Вот вам и рассвет. Ночью за водкой сбегал. На рейд сбегал. Ух ты. Чё это, чувак? Вот решил умереть. Я понимаю, зачищал, зачищал этот под мостом тут все. Я начал коней двинуть. Нехорошо, нехорошо. Пойдем чуваку отдадим. Водяры. Ну, привет. Привет, Федор Валет. Вот я вернул то, что ты просил. Спасибо. Чем могу помочь еще? Видите, поевал на склоне. Ну, это поевал я уже захватывал. 500 раз. Так, давайте награду за водку получим. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Есть что-то для меня, да. Заходи да попозже. Может, разживусь чем к тому времени. Кстати, надержи пистолет. Ух ты. Детектор медведь. Косарь стоит. Ну, это такой детектор тоже. Не очень. Так, у меня патроны. Тут вот скинуть. 9.19 тоже скинуть. Так, 9.18 оставить. Так, все, вот это не нужно. Это нужно, но их мало. Ладно, все, сохраняемся. Так, что еще могу для тебя сделать? Нету. Чем могу еще помочь? Вернуть предмет трофейный АК-47-2. Да нету! Знаешь, я коллекционер, собираю редкие стволы. У меня экспонатов уже на целый музей. Как говорится, с мира по нитке. Но нет у меня одной диковины. Трофейного АКМ-47. Этот калаш не просто хорошее оружие, оно ценнее всякого. Из него убивали таких мутантов, которых ты никогда не видел. Я слышал, что сталкер, владелец этой диковины, был не просто отличным стрелком. Он был легендой зоны. Он мог выбраться из любой ситуации, из-за любой аномалии. Про этого сталкера уже давно новостей не слышно, зато у него недавно узнал, где находится его оружие. Оно спрятано в тайнике, а место, куда не всякий сможет добраться наемник, принеси мне это оружие. Не вопрос. Это где такое? Вот послушайте, мужики. Ага. Ну пойдемте. Потом уже рассвело. Так что я вполне смогу добежать. Так, ну это место куда-нибудь добраться.
Интересно, что за место такое-то. Ну, вернем АКА. Аптечку понесли, водку понесли, теперь сейчас АКА понесем. Много беготни. Ну ладно, нам не привыкать-то. Пыту платят неплохо, уже 6000. Еще можно будет модифицировать инвентарь свой. Там буквально два мода, по-моему, еще не поставил. Из первого. Из первых. Здесь никого нету. Так, и куда это они могут добраться, интересно? Так, походу на второй этаж нужно лезть. Ух ты. Как я упустил? Не на второй. Ладно. Блин. Так, я на месте. То ли на крышу, то ли в подвал. Ну тут под подвал я не вижу, значит на крышу надо лезть. Потому он и говорил, что не каждый может. Ну мы парни не пальцем деланы. Сейчас мы залезем куда надо. Ага, на крышу. Только где? Ниже. Во. Вот сюда нужно. Вон в холодильнике сто пудов лежит. Нужно найти дырку, туда залезть. Вот она. Так, а как холодильник вскрыть? Я на месте, по-любому. Непонятно. Может, где еще где-нибудь еще он? Да. Косяк. Есть идея. Идея, конечно, сомнительная, но других вариантов мне нету. Что-то я не понял. До него добраться не может, давай никак. Я понимаю, почему до него добраться не могут. Ай, блин. У нас стоит заходить. А что такое? Начал нервничать. Думай, размышляй, как этот холодильник вскрыть. Может, его и вскрывать-то не надо? Тут, может быть, все не так однозначно, как кажется. Шерли не тут просто лежит. О, слушайте, что-то было. И, по-моему, я его взял. Я не взял. Что-то мелькало. Или взял? Да не взял. Вот это.
Пойдемте залезем еще разочек. По-моему, даже приоткрылся. Во, во. Взрывом приоткрыло его. Там мелькнуло, это факт. Во, обыскать ящик. Все. Трофейный ТКМ-42. Слушайте, точность покруче моего. Со всеми этим самыми модификациями. Прикольно. Так, ладно, спускаемся. Ну и ладно. Точность моего даже с модификациями меньше. Да, понятно почему. Его так ценили. Ну, в принципе, мне и моего хватает. И что есть более лучшие стволы. Зверье лежит. Сколько тут было войн. Я раз пять, наверное, сюда ходил. Зачищал. Там тоже на склоне войны были. Так, пойдемте отнесем предмет. Чей трофейный АКМчик. Что, друг, я принес тебе. Ну, что расскажешь? Что расскажешь? Сталкер думает все. Вот, вернул то, что ты просил. И тут его кто-то... Цоп, спасибо. Смотрит, это зомби его схватил и тянет теперь куда? Так, сейчас мы это получим награду. Есть что-то на продажу? Есть что-то для меня? Приятно иметь дело с честным сталкером. Так, отлично. Че еще тут? Слушаю тебя! Чего помочь? Сходите, поевал нас. Да это захватывал уже.